АО «Латвия с газа» объявляет, что на 31 августа 2022 года не сможет выполнить обязательства, наложенные на публичного торговца законом об энергетике по хранению необходимого объема газа в Инчуканском подземном хранилище. Сообщение компания «Латвия с газа» направила бирже NASDAQ. Министерство экономики было проинформировано о нехватке газа на прошлой неделе. Там считают, раз «Латвия с газа» имеет функцию публичного торговца газом, то предприятие обязано обеспечить домохозяйство Латвии природным газом на зиму. К 31 августа в Инчукалнсе должно находиться больше тераватт-часа на эти цели. Но, как сообщает «Латвия с газа», к 31 августа у него будет вдвое меньше. В свою очередь министр экономики Илза Индриксона сегодня заверила, по ее информации, у «Латвия с газа» топлива больше, чем требуется. Если «Латвия с газа» продает газ, предназначенный для населения, кому-то еще, то это ответственность «Латвия с газа». По данным Connexus Baltic Grid, подземное хранилище газа в Инчукалнсе содержит больше природного газа, чем необходимо для снабжения населения, и значительно больше, чем тераватт-час, зарезервированный правительством. Представители Connexus заверили нас, что в Инчукалнсе на имя «Латвии с газа» зарегистрировано газа больше, чем необходимо для обеспечения связанных с компанией потребителей. Если у «Латвии с газа» возникнут сложности с обеспечением газом бытовых потребителей, то компании Connexus и «Латвэнерго» окажут необходимую поддержку. Министр экономики намерена провести встречу с представителями «Латвии с газа».